Всем-всем привет, с вами Кейн, и сегодня мы продолжаем проходить 13-го. В прошлой серии мы пробрались на секретную вот эту базу, SSH-1, насколько я помню, она называется. И нам надо... Что нам надо? Избегать обнаружения и нейтрализовать солдат. Как-то так. О-оу. Да. И похоже, мы сразу же это провалили. Страну уже не спасти. Ну, не особо, конечно, хотелось. Ну, да ладно. Давайте попробуем как-нибудь все это поаккуратнее сделать. Вот, он умирает. Ой. Какие у тебя страшные глаза. Очень важный элемент это прятать, конечно же, трупы. Так, и там, судя по всему, ходят двое. А да. Тоже спрячу, наверное, его там подальше. А до греха подальше, мало ли там кто-нибудь появится. В прошлый раз, в прошлой серии, только из-за того, что мы забыли спрятать там один труп, а нас очень часто... Полили, и нам приходилось все начинать сначала. Также тогда очень часто, ну тогда в прошлой серии в смысле, нам приходилось все начинать только с того, что они спавнились непонятно где. То есть то, что там видели трупы, приходилось все заново начинать. Это все, конечно, не слабо так портит впечатление от игры. Ну да ладно. Так, ребята напились тут и отдыхают. Все отлично. Только нас двери зажимает. Так, ладно. Нам надо убираться, видимо, отсюда. У нас нет почему-то какого-то конкретного задания. Мы непонятно вообще, чем сейчас занимаемся. По идее, мы подслушали разговор. И все, что дальше делать, нам не объяснили. О, нет, я туда пока не пойду. Тут склад есть. Тяжелый бронежилет. А из-за него нас не будут слышать случайно. Граната. Минузи. Так, ладно. Мне нужен стул в любом случае. Со стулом как-то чувствуешь себя увереннее. Стол для совещаний. Как-то нехорошо то, что тут дверь закрылась. Совсем-совсем нехорошо. Тут нужен ключ. К чему-то нас тут явно подготовили. Застали взять много оружия. Ой-ой-ой, понятно. Спад взяли президента в заложник. Это так. А где сюда выход вообще? Закрыто, закрыто. Ключа мне не дали. Ой, очень странно. А, вон еще один живой остался. Back among us. Help!
Стэндвелл. Это и ублюдок. Иди сюда. С пулемета, смотрите-ка. Ладно, я руку возьму что-то. Проблема, у меня же подствольник есть, приятель. Я знаю, ты не любишь подствольник, гранаты. Да и вообще гранаты. Аптечек больше нет. 4 хп. Угу, понятно. Аптечки надо, канон не использовать, видимо. Им опять с самого начала. Ну ёлы-палы. Чем нас отбрасывать в самое начало, если мы там все равно будем играть такое сражение? Я даже не буду их прятать в этот раз. Это уж действительно, почему эта дверь закрыта? Так, заходим сюда. Врубаем быстренько его. Собираем отсюда все добро. Уси, броню забираем. Стрелять потом будем в самки, прятать их я даже не собираюсь. Прекрасно знаю, что здесь будет происходить. Дверь для нас специально открывается. Там, кстати, напротив нас еще дверь открывается. И тут оп. Музычка прикольная. Ты же уже должен знать, что я не 13, нет? По сюжету так. Ты слишком близко подходишь, отойди, я тебя боюсь. Опасный человек. Бэкс. Так, гранату тебе. Ай-ай, у нас нет больше аптечек. Тихо-тихо. Да ладно? Чё за фигня-то такая? Ну блин, ребят, ну... Одну аптечку дают. На сражение с целой кучей солдат спаться. И с... боссом. Ну, по-моему, это бред. Да и оружие толком не дают. Тихо. Не дергайся, приятель. Одну единственную чертову аптечку, а? Что за шутки? Так, у нас аптечка. Вот, да, одна аптечка. Больше не будет. Не было, не будет. Сейчас побегут эти солдаты спац. Надо найти какое-то место, где бы мы были более опасны. Примерно здесь. Так, он пойдет оттуда. Так, гранату для начала. Эх, блин, не туда даже шла.
Лови, приятель. Вот, в этот раз он... Нет, тоже не задел, ты глянь. Ой-ой-ой. Пан или пропал? Пан. Номер три был это. Птичек больше нет. Замечательно. Сейчас буквально хоть кто-нибудь высунется, нам в руку стрельнет, и мы умрем. Take the president to a safe place and find Sheridan. I've lost contact. Mm-hmm. Президент у нас. Только мы сами еле живы. Контрольная точка. Ну, хоть что-то радует. Ёлы-палы. Честное слово, ребят, ну, так. Я к такому не готов. Совсем не готов. Не слишком мало хп. Даже гранату не можем взять в одну руку. Так, полежи пока. Отлично. Вроде бы разобрались, а? Так, узи мне в руки. Президента на руки. Птечку хоть какую-нибудь. Замечательно. Просто замечательно. Take the president to a safe place and find Sheridan. I've lost contact. Двадцать пять хп. Так, ловите, ребята. Так, я уверен, тут должна быть аптечка. Нет, тут гранаты, патроны. Шутка такая, да? Вместо патронов мне дают бронежилет. Ой, вместо аптечки дают бронежилет. Ну ладно, вот аптечка. Осталось разбить только ее. Хоть что-то. Ящики не открываются, замечательно. Так, президент, пошли со мной. Воу-воу-воу. Сюда, полковник, быстрее.
Just leave him right here. Самому не хочешь пойти прикрыть мою запись, например, нет? Mr. President, can you hear me? Okay, he's breathing. Берите до контрольной точки. На полковник. Ну, у меня есть для них подарок какой-то. Это ж два. Пошла, родная. Куда вы побежали, ребят? Там же граната. О. Только не говорите, что контрольная. Конечно. Эта игра просто удивительна на контрольной точке. Просто ничего больше не могу сказать по этому поводу. Куда? Вернись. Отлично. Здесь, по-моему, где-то лежала аптечка. Да. Хотя бы 100 хп бы мне сделали с контрольной точки. Ну, что ж такое? Да-да-да, я слышал все. Давай, показывай мне эту дурацкую катсцену, которую я видел уже 100-500 раз. Прохождение. Давай, давай, разбивай стекло, как Рэмбо. Ага. Ждаем 2 секунды, кидаем. Убило вроде бы. Просто на удачу. 1 хп. Ничего не сказать. Пошли со мной. Ну не знаю, последняя локация этой игры, по-моему, крайне нелогичная. Не то, что они сложные, они просто нелогичные. Ты заваливаешь здание просто по какой-то откровенной тупости. И не собственной, а разработчик, скажем так. Ладно. Бросил здесь, хорошо, вот. Присматривай за ним. Откройте мне дверь, ребята. Отлично, эти двое мертвы. Дальше что, куда? У нас по-прежнему нет аптечки. Да, конечно, у нас по-прежнему нет аптечки. Ничего тебя там трусит-то. Ладно. Парень, ты это, не очкуй так, ладно? Все хорошо. Они всего лишь наемники. Это солдат. Американский солдат. They're waiting for Calvin Wax's orders to attack. They must be neutralized. Good luck, Colonel. I heard everything. I'll notify Colonel Amos. Wax is number one. We've got him.
Рекс, сомневаюсь, то что он номер один. Number one. Так, ладно. Что мы ждем? Нам надо уходить отсюда в любом случае. Остановить операцию «Полная краснота». Каким интересно это образом, а? Так, ладно. О, аптечки, наконец-таки. Могли бы их чуть-чуть раньше еще догнать. Это было бы вообще все отлично. Так, пулеметы. Ну, патронов, надеюсь, на всех хватит. Пулемет, кстати, заметьте, очень хорошее оружие в этой игре. Очень точное и очень убойное. Teams are in position around the strategic network centers. Prepare to declare a state of emergency. Укрытие бы какое-то найти. When I give the signal, you will order all SPADS units to take control of every base. Нет, 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 не надо открываться. Погоди. Пуль непробиваемость, так я так понимаю, да? Да. Конечно же. Какие вы веселые ребята, а? Ловите. Какой безумный... Ох ты ж, блин! Это неожиданно. Догадались подняться. Number 13. Listen to me. We can still negotiate. Пулемет дайте мне. Пулемет. Точно стрельбы, конечно, не просто поражает воображение. Так, ладно. Если тебе подарка лучше, вот лови. Он тоже не долетит. Нет, долетел, но не убило. Да, делся. Понятно. Так, ладно, а как мы будем отменять-то эту операцию «Красная плесень»? Убив всех в этом здании? Хороший вариант. Можно попробовать. Эта дверь закрыта, замечательно. Как нам к ним прибраться? Так, я не знаю, на самом деле, что мы делаем не так. Он должен уже открыть дверь, вот. We'll die together, 13.
and the identity of number one goes with us. There's nothing you can do. Destruction sequence engaged. Evacuate the premises immediately. Как нам останется добираться-то? Давайте комплектуем. We've located Galbraith, but he's out of commission. No one knows the access code for the missile control room. Find him and abort the process. It's your only chance. Освободите заложников, нам говорят. А не взорвите, не остановите ракеты. Так, ну тут мы были. Вот заложники. Здесь все закрыто. Я, наверное, опять что-то туплю. Так часто бывает, на самом деле. Ладно, что мы не сделали? Нам, наверное, вот сюда, да, точно. Центр управления. От них на карточка не подходит. Странно. Здесь? Нет. Здесь ничего. Игра, что ты от меня хочешь? Большая красная кнопка. Смотри, не нажимается, кстати говоря. Что нам надо, мать твою, сделать, а? Освободить заложников, сказано. Окей. Дверь эта открылась. Дальше-то куда? Как мы их освободим, этих заложников? У нас... Понятненько. There's 2,000 megatons ready to blow right under us. Come on, we've got to leave the base. It's too late. Give me the access code, quick. The code? This way. If I live through this, I'm going into marketing. Marketing. Damn it! Code! Code! Oh, what is the code? BX420? No! HBX604! APH624! That's it! Up to you now. Отлично. Остановить обратный отсчет. Нас тут заперли, да? Дверь. Дверь. Commencing final phase of destruction sequence. Так, пока лифт поднимается, хочу посмотреть, что у нас тут. Дверь заперта. Отлично. Я отправил лифт без себя. Замечательно. 5 ракет.
Отлично, поехали. 1, 2, 3, 4, 5. Под номерами даже. Зачем нам крюк? Ага, понятно. Интересно, как мы обратно будем выбираться отсюда. Ну, это... особо интересует главного героя. Каким-то управлением. Нет. Ладно, понятно. Аптечка, каска. Много патронов. Нас готовят к какому-то большому сражению. Пока непонятно, правда, с кем. А, ладно, что у нас тут? А вы что? Серьезно? Ну, идем, не успели. Вот, надо торопиться реально. Хорошо. По-вашему. Commencing final phase of destruction sequence. Конечно, хороший такой отмаз. Мы не успели выполнить поставленные перед вами задачи и все, прекращать на этом миссию. Так, но я все равно всего наберу, блин. Столько патронов, не просто ж так их туда их. Убираем всего, забираем. Трон тут. Окей, побольше можешь нести, понятно. А, вон таймер пошел, все правильно, 53 секунды, 50. То есть, грубо говоря, у нас на минуту. This is not good. Тик-так, отлично. Так, где эта бомба? Destruction sequence initiated. Что надо сделать-то? Так, это вообще путь назад. 13 секунд. Бомба обезвредить. Срочно, 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 срочно. Нельзя. Ладно. Да, конечно. Так. Так, быстро, 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 да-да-да, прекрасно, потому что дверь закрывается, мы заходим сюда. Убираем самое необходимое нам. Так, все, уходим, 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 уходим. Каску еще возьмем. Семьдесят шесть секунд. Падаем сюда. Видим, что тут бомба. То есть мне что-то надо сделать. И нам показывают на сервер, ну, да, типа, там что-то есть. Ломаем дверь, быстренько. Destruction sequence initiated. Эта дверь закрыта, где нам взять ключ? А, можем ее сломать, конечно.
destruction sequence canceled. Круто. Надо было всего лишь все сломать. И кто-то, кстати, забрал бомбу. Великолепно. Что ж, мир спасен, точнее Америка. Новый мировой порядок им не удалось установить в своей стране. Так, все в порядке, все окей, ведь, да? Аптечка, кстати. Заберем тут боезапас оставшийся. Ну, на всякий пожарный. На память мы заберем, на всякий пожарный, просто. Как память об этом месте. Кто-то зашел. Надеюсь, кто-то зашел нас поздравить. Типа, ты такой молодец. Or is it Jason Flack? You'll have to sort that out before they engrave your tombstone. Похоже, Магнус решил довести дело до конца. Окей, приятель. Знаешь, то, что вся ваша операция с вашими 20 агентами полностью провалилась. Да-да-да, Jason Fly. У меня еще гранаты есть. Я знаю, это очень любит отпечатку, как в принципе все боссы. Что вообще происходит? Если ты говорит так круто, то попробуй найди меня. Over here! Ай-яй. Было больно. Ой-яй, там еще можно упасть, кстати. Over here! Это, оказывается, редкий подонок. Покажись. Ракеты все убираю, чтобы нам негде было прятаться. Отлично. I'm never gonna miss that old bastard. This way! Да уж, действительно. Нам будет не хватать этого старого ублюдка. Scare me like that again, and I'll take you out myself. Come on, let's evac now. Пошли. Только быстро, у меня плохое предчувствие. You magnificent son of a bitch. You okay, Wally? Is it really over? You bet your ass. Thank you.
tell me you have no information about my past, General. Son, the day I recruited you, I didn't ask for your resume. I've always hired my boys based on their skills, and you were a cut above. What about Jones? You always appreciated her discretion. Hey, she's invited too. Maybe she'll know something. Так, последняя, вроде бы, локация этой игры. Мы на, собственно, на яхте Шеридана. Там очень красивый вид на Нью-Йорк. Шеридан for President. Ну, в общем, стал президентом. As a matter of fact, here he is. Jason Fly, our national hero. It's a great honor. Можем, кстати, вот заложники тут взять. Ладно, не можем. Что у вас вкусного? Эй, меня от еды оторвали. Великолепно. Эй, это была моя фраза, слышь? Carrington is anxious to speak with you. Go see him. After that, I've got a few words for you myself. Что ж, отлично. Шикарный платье, честно. И желтая луна. То есть не желтая, а оранжевая. Первый раз такое уж. Даже красно-оранжевая такая. Кстати, знакомая яхта. Мы, по-моему, здесь когда-то уже были. Hey, where's your tuxedo? Hello, Fly. Finally we meet under better circumstances. Let's go to the front of the boat, everybody! Так и по панику сразу поднимать, военные люди. Сразу видно. Бэнк. Красота, точно. Пойду найду Уильяма, нашего президента нового. А он и он, кстати, он ждет нас. Может, у него есть для нас какой-нибудь подарок, а? Шеридан, погоди, я иду. Мы в ту сторону, по-моему, пришли. Ну ладно. Посмотрим заодно его яхту. Ну от этой яхты... А, вот оно что. А ты номер один, да. Уильям Шеридан. Are the fireworks not to your liking, Mr. Fly? Mm-hmm.
И да, именно вот так неоднозначно кончается эта игра. Сейчас очень многие, то есть по опросам 2013 года, какая из игр требует продолжения на более всего, очень многие голосовали именно за 13-го, кстати, после прочтения той статьи, ну, про эти игры, которые требуют продолжения. Именно после нее вспомнил об игре, решил перепройти. Когда я играл в первый раз, игра действительно мне понравилась абсолютно всем. Ну, то есть, не знаю, тогда у меня не было такого богатого опыта в видеоиграх, и это была одна из таких первых игр, которые вообще были сделаны в виде комикса. Естественно, мне это очень понравилось, это было необычно, красиво и прикольно. Сейчас же, когда я перепроходил игру, все те очень косячные моменты, которые я не заметил при первом прохождении, были прям налицо. Это, например, тот самый недостелс. Я не знаю, с чем делать в игре возможность почти полного прохождения в стелсе, если сам стелс в игре сделан так, знаете, на отцепись, типа вот он в стелсе, типа он есть, типа вы можете подбирать предметы и так далее, но мы будем спавнить врагов прямо за вами, прямо за вашей спиной где-то, они будут появляться типа по своему пути и замечать, то есть вас и так далее, и так далее. То есть эти моменты очень сильно портят впечатление от игры. В остальном все, я надеюсь, вам понравилось это прохождение. Не забываем ставить лайки, комментировать, подписываться на канал. А с вами был Кейн. Увидимся в других прохождениях.